А я на фронт. А кем вы на фронт? А в штаб определили. Переводчиком. Он всего лишь переводчик. Да чтобы он автоматом так же, как языком орудовал. Но именно ему предстоит поединок. Медь, это война. Тут у каждого свои шрамы есть. С опытным и жестоким... Странно, что происходит в батальоне. Фашистским шпионом. Страшно подумать, если враг среди нас. Дмитрий Власкин. Список подозреваемых довольно широкий. Приказа умирать не было. Немцы готовят прорыв, и я думаю, что внутренний враг готовит сюрприз тоже. Прости, что я тебя втянул во все это. Я знала, на что шла. Премьера 24 февраля в 13:15 на НТВ.